В мае месяце и в начале года, январе, были рассчитаны все полностью бенефициары по транспортным компенсациям, а по проезду в общественном транспорте мы заканчиваем буквально 20 числа. Начата была оплата, выплата данной компенсации 1 ноября. До 10 числа было оплачено. Потом мы уточнили еще раз список и продлили еще на 10 дней до 20 числа. 20 числа уже никто не сможет получать в данном году данной компенсации. Призываем всех бенефициаров, которые должны получать компенсации за проезд в общественном транспорте, до 20 числа обращаться на почте и получать данные компенсации.